безразлично, что делается в нашей стране. А как выбирали, за кого голосовать? Включали программы, смотрели, может быть, дебаты? Нет, я ничего не смотрела, но мне уже не так мало лет, и я просто чувствую, за кого нужно голосовать. И я голосую за прогресс, чтобы наша жизнь не стояла на месте, а шла вперед, чтобы хорошо было предпринимателю. Вот за это я и голосую. Если будет хорошо предпринимателю, то в нашей стране все будет хорошо. С выбором, то есть, определились сразу, да? Да. Как вы думаете, вас поддержит большинство? Я не думаю. Народ консервативный. Но хотелось бы, да? Да. Я думаю, что молодежь думает примерно как я, хотя я пенсионер. Да, среди своих подруг, знакомых такую агитацию проводили? Нет. Разъяснить работу, нет? Нет. Нет, не считаю нужным.